fun. Today I'm gonna make a whisper challenge with my friend Yulia. Hi. So basically the whisper challenge is where one of the person wears the headset with loud music in it, and the second person is supposed to say something, and the other person is supposed to read. We're gonna talk in Russian, but you will understand it anyway because it's gonna be just a random words. На улице было жарко. Я ухо сбежала. На улице было жарко. Я у КамАЗа на баджар. Вот что ты сказала. Я сказала, на улице было жарко. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Солнышко на улице светит. Я Матюк увидела. Мытюк. На улице На улице пошел снег. Я улица большая среда. На улице шел снег. Я курица. На улице шел снег. Я курить шел снег. Ты же не куришь. Я пила чай. Я была чай с клубникой. Тебя убить. У меня есть зеленый экран. На мне кофта с Микки Маусом. Таблетку выпить с парусом. На мне кофта там с Микки кофта Маусом. Парусы. На мне кофта с Микки Маусом. Какие парусы? Блин, близко же. Почти. Лицо утки. Ты хороша в этой игре. Чего? Ты хороша в этой игре. Ты хороша в этой игре. Ты жаба расизм. Ты хороша в этой игре. А, ты любишь йод, йогурты, Лёху, йогурты, бигуди. Ты любишь йогурты. Желуди. Ты любишь йогурты. А, йод, бигуди, желуди. So it was the whisper challenge. I hope you enjoyed it, and I see you soon with a new video, and maybe and maybe next time we'll make it on English, and I'll teach her to talk some English. Because I'm so pro in English, obviously. So, see you guys next time. Улитка Лиля. Bye. Включай пластинку, диджей. Окей. Сказать что-нибудь, ничего не сказать.